Друзья, всех приветствую на торговой сессии вторника. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш YouTube канал Амаркетс, оставляйте ваши вопросы в секции с комментариями и, конечно же, не забывайте ставить лайки. Сегодня на повестке экономического календаря данные по инфляции в Канаде. В 13.30 по GMT вылетит релиз, и в 21.30 еще нас ожидает отчет от Американского института нефти. Я не думаю, что волатильность сегодня будет настолько интересной, чтобы можно было бы делать выводы каких-то значительных трендовых движений. Ну, точно сегодня рынок будет поживее, чем вчерашний торговый день, учитывая то, что вчерашняя сессия характеризовалась низкой ликвидностью из-за выходного и праздничного дня в США, дня президента. Сегодня трейдеры возвращаются на рынки после длинных выходных, и по мере того, как на них будет появляться интересные инфоповоды, важные статистические отчеты, движения будут становиться все более интересными. Поэтому следим, ждем, ориентируемся на развитие трендов и внимательно анализируем фундаментальный фон. Индекс доллара текущей котировки 104.25. Если сравнивать, опять же, динамику конца прошлой недели и текущую, то локально видим то, что интерес к доллару все-таки сохраняется. И я практически уверен, что этот интерес будет сохранен на рынке в течение последующих торговых сессий, потому что тот фон, который сложился, он, как уже было ранее отмечено, создает только условия для развития восходящего движения. Давайте вспомним пятничные данные по индексу цен производителей, это данные по промышленной инфляции. Опять же, основной показатель индекса цен производителей составил 0,9%. Прогноз предполагал снижение до 0,6%. Месячный рост составил 0,3%. И на что я делал наибольший акцент, это базовый индекс цен производителей, базовая промышленная инфляция. Здесь рост с 1,7% до 2%. Вчера мы также попробовали наложить, спроецировать вот эти релизы на то, как изменилась вероятность снижения ключевой процентной ставки в Штатах. Нам помогает в этом инструмент FedWatch Tool. Я надеюсь, что если вы уделяете достаточно много времени и внимания фундаментальному анализу, вы знаете, что это за актив и как его анализировать. Так вот, по данным инструмента FedWatch Tool, вероятность снижения процентной ставки, она становится все меньше, потому что участники рынка больше фокусируются на актуальных сохраняющихся инфляционных рисках в США. И очень много признаков, действительно, что проблема инфляции остается серьезным головником для американского регулятора. Из последних комментариев представителей Федрезерва стоит отметить заявление глав региональных отделений ФРС Сан-Франциско и Атланты. Это Дели и Бостика, которые, в принципе, если усреднить то, что было сказано, общий тезис, они заключаются в том, что американская экономика добилась значительного прогресса в снижении инфляции, но, к сожалению, этот прогресс не находится в достаточной степени для того, чтобы американский регулятор позволил себе скорректировать национальную монетарную политику. Я об этом очень много, кстати, говорил на вчерашнем вебинаре. Те из вас, кто присутствовал на нем, понимают, о чем сейчас идет речь. Мы пробежались буквально по всем тезисам представителей американского регулятора и пришли к выводу, что да, их точка зрения – это, по сути, сейчас точка зрения всего Федрезерва. И те мнения, которые ранее были озвучены, это мнения голосующих членов американского регулятора, они как раз и предполагают то, что ФРС начал очень сильно корректировать ожидания даже по количеству снижения процентной ставки, которые будут возможны в течение этого года. И сейчас я не удивлюсь, если в 2024 году американский регулятор всего лишь дважды снизит процентную ставку прямо под самый конец этого года. Потому что тот фундамент, который сложился, он не позволяет Федрезерву действовать в этом плане более активно. Десятилетний трежерис тем временем 4,3%, это очень много, это как раз та доходность, которая доказывает и подтверждает сохранение жесткой монетарной политики и отсутствие каких-то ближайших планов Федрезерва на то, чтобы изменить политику и снизить процентную ставку. Я предлагаю этим пользоваться и в качестве идея роста доллара опираться как раз на то, что доллару обязательно будет помогать еще рынок казначейских облигаций. Вот чего нельзя сказать про золото. Если рост доходности трежерис – это попутный ветер для доллара, для золота, рынка драгоценных металлов – это негативный фактор. Поэтому 2019 долларов сейчас я рекомендую воздержаться пока что от открытия длинных позиций,
потому что на фоне укрепления доллара, опять же, и четкого понимания того, что, например, когда завтра выйдут протоколы последнего заседания Федрезерва, где мы, скорее всего, снова получим подтвержденную или еще раз озвученную позицию американского регулятора, что ничего не изменится в ближайшие месяцы, нужно быть готовыми к острой реакции на этот отчет доллара, что, скорее всего, приведет к еще одной волне довольно агрессивных распродаж для рынка драгоценных металлов. И я все еще ориентируюсь по золоту на тестирование поддержки 2000 и потенциальное движение еще ниже. Евро против доллара 1.0770. Здесь тоже нужны дополнительные драйверы для движения. Вчерашний отчет Бундесбанка подтвердил то, что экономика Германии в рецессии. Мы в этом не играем, не сомневались. Но если вам нужны еще и статистические подтверждения, придется подождать уже пятничный отчет по ВВП, который 100% подтвердит, что экономика находится в экономической пропасти. И это должно еще больше убедить нас в том, что у Европейского центрального банка нет других вариантов, кроме как начать оперативное снижение ключевой процентной ставки. Потому что слабость экономики Германии – это все проблемы с внутренним спросом, который падает из-за того, что на потребителей очень сильно давит высокая процентная ставка. Поэтому, на мой взгляд, решение здесь прямо на поверхности. Европейскому центральному банку нужно перестать ориентироваться на другие регуляторы и просто реагировать на то, что происходит внутри экономики. И если ЕЦБ займет проактивную позицию, то первое снижение ставки может быть анонсирован уже через месяц. И, конечно же, для евро это будет негативным фактором. Пара доллара японская иена 150.30. Мы покупали с уровня 150. Опять же, сейчас следим за тем, что говорят представители Минфина Японии и Центрального банка, Банка Японии. В частности, от Минфина мы знаем то, что были попытки провести вербальную интервенцию, но они ни к чему не привели, потому что пара уже протестировала в уровне 150, снова растет рынок, эти интервенции не испугали. По крайней мере, потому что они только лишь словесные. Что касается позиции Уэды, это глава Банка Японии, то в фокусе внимания предстоящие весенние переговоры по заработным платам. И я думаю, что даже если там и будут обозначены какие-то амбициозные, масштабные цифры по росту заработных плат, нужно будет все равно даже после этих весенних переговоров дождаться, действительно ли это так. Действительно ли заработные платы растут настолько превосходящими темпами, чтобы оказывать разгоняющее влияние на инфляцию. До этих пор, разумеется, Банк Японии, учитывая то, что японская экономика оказалась в рецессии впервые за 5 лет, ни за что не откажутся от стимулирующей политики. Поэтому ждем 151 и выше. Доллар канадец 1.3506. Сегодня данные по инфляции в Канаде. Ожидается снижение индекса потребительских цен с 3,4% до 3,3%. Также хочу напомнить, что канадская экономика тоже оказалась в рецессии. Последние показатели по ВВП снижение на 0,3%. И это то же самое, что было сказано про ЕЦБ, действия, связанные с ситуацией экономической в еврозоне. Проблемы экономического характера можно решить путем послабления условий кредитования. И потенциальное снижение процентной ставки в Канаде, которое может начать рассматриваться после выхода сегодняшних данных по инфляции, это негативный фактор для канадского доллара. Поэтому мы и держим длинную позицию по паре доллар-канадец. Друзья, что касается других финансовых активов, то я предлагаю уже тогда дождаться реакции доллара на более интересный фундамент, например, на протокол, и добавить в наш портфель еще какой-нибудь дополнительный рисковый актив. На этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание и хорошей торговой сессии. Всем пока!